Сегодня у нас 10 января 2016 года. Я делаю обзор на вышивку панна «Осенний венок». Пакет я уже раскрыла. Сейчас вытащу упаковочку. Раскроем и посмотрим. Здесь вложена картинка. Осенний венок. Вышивка будет круглая. Здесь у нас птичка, белочка, веточки, ягодки, рябинки, листики. Вышивка мне это очень понравилась. Это мне подарил сын такую вышивку. Инструкция, как сделать ягодки из бисера. Все по порядку. Показываю. Так, ниточки. Ниточки мне здесь не короткие какие-то. Мне не нравится короткими нитками вышивать. Но здесь будет работа небольшая. Ниточек много здесь очень. Количество нитей. Поэтому, может быть, даже будет и удобнее вышивать короткими нитками. Они короткие, обрезанные. Я не знаю, ну, сколько здесь длина. Ну, наверное, 80 сантиметров, наверное, одна ниточка. Так, вот наборчики бисера. Бисер здесь желтый, коричневый, оранжевый и бусинки большие, которые нужно обматывать ниточками. Я тут уже попробовала. Несколько штучек обмотала. Сейчас посмотрим саму схему, инструкцию. Схема цветная. Так, схема цветная, черно-белая. Здесь есть бэкстич. Показано, как все это оформлять, как пришивать ягодки. Ленточками делаются листики от рябинки. Вот такая схема. В схеме все подробно указано. Так, вышиваться будет здесь в две ниточки. 24 цвета ниток. Ну и бэкстич. Бэкстич делается разными нитками. С обратной стороны указано, как вышивать, какие есть разные стежки, приемы, как ниточку разделять. В общем, очень-очень подробная инструкция, даже с рекламой. Единственное, что меня огорчило, что вышивается это на льне. Лен. Это равномерка. Очень такая мелкая. Я не знаю, какой-то номер. Я посмотрела в инструкции, не нашла. Также прилагаются иголочки, 3 штуки. Не знаю, как смогу я, нет, вышивать. Никогда мне не приходилось вышивать.
на равномерке, не знаю, получится, нет. Но буду пробовать аккуратненько. Не знаю, получится, нет. Ну вот основная схема. Основная схема крупная. Хорошо все видно, пропечатано. Есть значки черно-белые, а есть и цветные. Надеюсь, все подробно я рассказала, показала. Ну, хочу сейчас приступить. Подготовлюсь, достану иголочки. Буду пробовать. Все подробно указано. Все расписано. Я не знаю, как вышивать на равномерке. Расчертить я ее, конечно, не смогу. Очень мелко. Начну вышивать с середины, наверное. Вот здесь вот указана середина. Начну с середины. Сначала, наверное, буду делать белочку, чтобы мне как-то откуда-нибудь начать. Посмотрим. Эта работа у меня затянется, наверное, надолго, потому что очень мелкая. Такую работу я уже видела отшитую. Кто-то из девочек уже вышивал такое. Сейчас еще раз покажу картиночку. Осеннее вино. Красиво выглядит все. Нарядно. Птичка, тут белочки, шишечки, листики. Ну, очень красивая картинка. Но буду стараться. Надеюсь, у меня все получится. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал.